Анна пристраивает животных в новые семьи. Слава Богу, все больше и больше людей приходят к нам выбрать себе домашнего питомца. Это и не породистые, и породистые животные. То есть спасибо людям, которые приходят. У нас пристройство проходит так. То есть собака отдается на испытательный срок. Если все хорошо, люди приезжают со своим питомцем, мы регистрируем его по правилам, которые введены в городе Днепр, вживляем чип, выдаем муниципальный жетон, и животное уже тогда хозяйское. Она выглядит так, потому что она не докармливалась, она не получала медицинское обслуживание. Вот этот вот результат. Ты меня помнишь? Мы его побачили, я его побачил, он так был в уже поганом состоянии, так скажем. Тут на зооконтролі зробили несколько операцій, вилучили. Під тут, що забирали в Тарасовому, всі повинні діяти. Це вже откормили, хороший, розпушили, да, вже такой.